Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». И сейчас вас ждет незабываемое путешествие в мир тупости мошонок. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, зажимать колокольчик и лайкать комментарии других пользователей. Для того, чтобы данное видео рекомендовало YouTube другим пользователям. И чтобы как можно больше людей узнали о мошонках. Вот. Приятного просмотра. Да. Алло. Да, здравствуйте, Артур. Здравствуйте. А, Сергей, мое имя. Я беспокою вас из Казмунайгаз. Вы ранее оставляли свои данные, я так понимаю, интересовались заработком, верно? Так, можно по буковкам, пожалуйста. А что изменится, скажите, Артур? Вы просто данные оставляли уже как несколько дней, да, к заработку так и не приступили. Я вот хотел у вас поинтересоваться, на чем вы остановились, либо же в чем-то не разобрались. Много времени это у вас не займет. Нет, я просто... Это газ какой-то или что? Я... Название... Еще раз. Ну, название можете компании продиктовать? Я что-то не расслышал просто. Казмунайгаз. Газмунайгаз? Казмунайгаз. Манайгаз? В смысле, манайгаз? Это как? Казмунайгаз. Это нефтяная компания. Я вам звоню из аналитического отдела. Здесь люди зарабатывают деньги в дистанционном режиме, исходя из торговли на бирже. Попутным газом торгуют? Да можно торговать, в принципе, всем чем угодно. А вы для себя что искали, Артур? Я уже не помню, когда было-то. Я все не мог приступить, работал, потому что... Да вот, буквально несколько дней назад, если я не ошибаюсь. Наверное, ошибаетесь. Да, в принципе, это не важно, когда вы оставляли, да? Я вот проверяю просто сейчас, да, как работают мои сотрудники. Я смотрю, что вы все еще не приступили. Значит, где-то вам, может быть, неправильно объяснили, либо же вы просто, может быть, к вам не дозвонились просто, да? Может, я поэтому и звоню вам. Я просто помню этот «Газ-Руси» какая-то компания была. Может, отсюда? Что? Потому что «Газмунайгаз» я не слышал никогда. «Газмунайгаз». Это один из партнеров. Я вам звоню конкретно из аналитического отдела. Понимаете, что такое аналитика? Это пишут, что это казахская компания, да? Да, все правильно. А вы физически в Нур-Султане находитесь? Да. Понятно. Что-что? Хорошо, буду знать. Так вот, я позвонил, чтобы немного с вами познакомиться, объяснить вам, как мы будем с вами зарабатывать. И уже сегодня непосредственно показать вам вашу первую прибыль. Интересно. Вы скажите, у вас вообще опыт ранее был торговли на бирже? На бирже? На фондовом рынке, да. Но на сырьевой бирже нет, не торговалось никак. А на фондовом рынке как успехи были у вас? Или есть? Вот как вы думаете, какие успехи могут быть, если я начал, скажем так, скупать акции незадолго до начала там, признания ДЛНР, ДНР? Как вы думаете? Сейчас продолжаю это делать, но все равно, как вы думаете, у меня... Ну тут смотря какие акции вы скупали. Ну, я согласен, есть очень хорошо выросшие акции, например, Фосагра. Но в общем и целом, как вы думаете, какой цвет портфеля? Да я, если честно, даже без понятия, что вы там себе приобретали, я вас спросил, как у вас были успехи. Вы работали сами, либо же вы работали с экспертами. Это был негативный опыт, либо же позитивный опыт? Нельзя говорить негативный или позитивный, потому что... Я же не спекулирую, не торгую, я просто их деньги вкладываю. Угу. Еще рано говорить. Ну, вы знаете, главное, чтобы вы их не теряли. Вот что самое главное. Что я вам могу предложить, да? У нас в компании есть аналитический отдел, на котором работают больше, чем 300 экспертов. У каждого из экспертов
больше, чем 8 лет практического опыта, и у каждого есть свой штаб сотрудников, которые ежедневно мониторят рынок. Да, за вами будет закреплен точно такой же эксперт, который будет вам предоставлять выгодные сделки на сегодняшний день, на которых вы сможете заработать. Естественно, аналитик не будет с вами работать за спасибо, да, и вы будете работать с ним 90 на 10. То есть 10% от вашей чистой прибыли получает эксперт, 90 ваши. Заработали 100 тысяч, 10 тысяч эксперту, 90 тысяч ваши. Что ж, хорошо. То есть у вас есть такая сейчас очень интересная часть с финансово образованным человеком. Если у вас есть какие-то финансовые цели, какая-то определенная сумма, которую вы хотели бы заработать, вы ее можете заработать, в принципе, максимально короткий срок для вас. Ну, естественно, все зависит от вашего капитала, с которым будете работать. Я думаю, вы это понимаете. Ну, хорошо. Да. То есть, все-таки вы предлагаете, если я правильно понимаю, не инвестирование, а именно заниматься торговлей. Да, все правильно. Ну, там уж для себя, смотрите, вы когда свяжетесь, например, с экспертом, да, для себя уже просто проконсультируетесь с аналитиком и для себя подберете вариант, в котором вам будет удобнее работать. То есть это же может, да, это может быть криптовалюта, может быть валюта. Тут уж, знаете, каждому индивидуально все подбирается. Я так понимаю, вообще просто странно, что... Как бы нефтегазовая компания занимается именно торговлей. Может быть, это... Нефтяная компания – это наш партнер, с которым мы работаем. Понимаете? Это же не значит, что именно нефтяная компания этим занимается. Есть очень много партнеров, в принципе, которые работают с нами. Не, я думал, что это, то есть, дочерняя какая-то компания все-таки. Ну, все правильно. Аналитический отдел. А как... Нет, отдел компании, это все еще Казмунайгаз, это, то есть акционерное общество, это отдел внутри самой компании. Я правильно понимаю? Нет, мы работаем отдельно с компанией, это аналитический отдел, понимаете? Ну, вы знаете, что значит отдел компании? Отдел компании – это ее структурная часть. Послушайте, Артур, мы сейчас с вами будем разбираться в каких-то словах, да, в слове, что такое компания и что такое отдел, да? Либо же мы будем с вами разбираться в заработке. Просто у меня времени тоже не очень много, я у вас точно так же. Не, просто хотелось бы досконально разобраться все-таки, потому что вы же знаете, где хороша спешка. Что-что? Вы знаете, где хороша спешка, в каком деле? Я знаю, что в принципе успешные люди принимают решения быстро. Нет. Хороша спешка, знаете, когда? При ловле блох. Вот у вас блохи, что ли? У вас блохи? А у вас? У меня нет, поэтому я и не спешу. А у вас, видимо... Ну, у меня нет. Ну, а чё ж спешить? Ну, просто, вы знаете, Артур, я не люблю растягивать это все, да? Я люблю четко по конкретике. Ну, так я по конкретике спрашиваю. Мне вам заработок нужен? Мне просто интересно вот этот юридический аспект понять вашей работы, вашей компании. То есть аналитическая компания – это одно, нефтегазовая компания – это немножко другое. И что? Так нефтегазовая компания – это наш партнер, вы понимаете? Вот мне как раз-таки в этот момент хотелось бы понять, в чем партнерство заключается? Как оно юридически как-то зафиксировано, это партнерство? Партнерство заключается в том, что мы находимся, являемся дочерней компанией, понимаете? Аналитический отдел. Я вам уже это сказал сколько раз. Нет, дочерняя компания, эта информация очень легко проверяется, потому что на официальном сайте есть список всех дочерних компаний. Вот, я сейчас зашел. Ну, можете зайти сейчас на официальный сайт, зайдите посмотреть. Сейчас, русская версия, так. Смотрите, когда посмотрите, можете мне набрать на этот номер, хорошо? Вот смотрите, а? Да вы посмотрите, наберете мне.
и мы с вами пообщаемся. У меня не совсем много времени. Я сейчас нахожусь на сайте Казмунайгаза в разделе «Структура компании», «Дочерние организации». То есть здесь есть разведка и добыча нефти, транспортировка нефти, переработка и маркетинг нефти, добыча и транспортировка газа и сервис. Ни в одном из этих разделов нет какой-то аналитики, чего-то связанного с финансовыми рынками. Как называется ваша дочерняя организация? Артур, я не понимаю, вы на чем сейчас, что вы мне пытаетесь доказать просто? Я не пытаюсь ничего доказать. Мне интересно, вам заработок нужен, скажите? У меня почему-то такое ощущение складывается стойкое, что вы звоните... Вы мне ответьте на вопрос. Компании. Чтобы я не тратил свое время просто. Вы спешите блох ловить? Ответьте мне на вопрос. У вас блохи.